Подругу вставайте. Найдете, не бедные. Значит, не бывает бедные. Запускайте весело, открывайте сундучок, доставайте пятачок, кто не даст пятачка, мы корову за рога, кто не даст его, тащим с печки деда, кто не даст кошки, разобьем окошки, кто не даст колбасы, у того вырастут усы! Усы! Усы какие-то грустные! Что, Олечка, проснулись? Семей посевай, церкви снова поздравляй, чтоб родить пшеница, рожь чечевица, на поле с напами, на столе с пирогами. Семей посевай, церкви снова поздравляй, чтоб здоровы были, много лет жили. Спасибо. Спасибо. Все, да? У нас все, давай, спасибо вам. Нам давай. Пора дальше идти. Так, поэтому, да, отошел. Папочка, а вы там календарики можно это снимите? Это вот нашему Александру Петровичу, который занимается, Людмила Темна, бачка. Наша труженька. Держи. Спасибо. Держи. С Рождеством. Как же мы без вас были, с Рождеством. Александр Петрович. Алло. Вас охраны ждут. Охраны ждут. Церковные лавки вас ждут. Хлеб на вас ждет. Селемоя, веселися, Бога девы не зродился, о, великое смирение всему миру во спасенье. Ясенька, Бог наш положен, ясенька, Бог наш положен. С неба ангелы слетают, слава Вышних возглашают. Служат нас на думе тебе, несказанном дивном свете. Ясенька, Бог наш положен. Ясенька, Бог наш положен. Яркая звездочка на небе горит, детям у елочки мама говорит. Наступило Рождество. С праздником взрослых и ребят, все поздравления нынче говорят, потому что Рождество. Спать нам не хочется в эту ночь совсем. Хочется в город Вифлеем посмотреть на Рождество, как в